Что ты спер у Насти? Сыр. Я не могу над вами. Вань, пойдем поиграем. Во что? Во что? Сюрприз. Какой? Не скажу. Садись на кровать. На сюрприз, вот. Давай посмотрим, что там за путешествие. Там надо открывать. Там надо наклеивать. Да? А где открывается? Какая длиба это большущая. Ну, доставай, доставай. Открывай. Во, какой. Так, и что там надо делать? Наклейки и все, что ли? Фу. Ерунда какая-то. А, там даже две этих. Вот сейчас мы с Ванечком будем еще делать. Наклею. Только давай наклеивать как следует, чтобы потом это можно было повесить. Давай на стенку. Можно куда угодно. Нет, никуда угодно. Палатку, допустим, ты же не поставишь в воду. Вот, видишь, там отдыхают люди. Значит, туда палатку надо им дать. Да, где захочу. Нет, нигде захочу. Мам, я знаю, где ставить. Здесь маяк, здесь лодка, здесь машина, здесь палатка. Где лодку надо ставить? Ну, давай. Давай, вот, смотрите. Сюда можно, долго бы, машину сюда, палатку. Вот, на палатку. Давай. Я знаю, только как красиво, куда? Давай делать, Вань. Можно потом повесить. Нет. Почему? Сейчас вот этот паровозик. Ваня любит паровозы, да, Вань? Давай. Где рельсы? Туда и надо. Держи. Ровненько по рельсам? Ровненько, да. Молодец. Кто мнется. Больше нет у нас места. Вот. Угу. Машина. Такая. Где у тебя грузовик поедет? Вот. По дороге? Да. Ну, давай. Там сегла машины, угу. По дороге. Отлично. А еще будем одну приклеивать машину? Да. На каток вот. Ну, держи. Угу. Обгрыдёнок. Что там? Обгонят. Еще есть вот машина. Еще есть машина. Да. Автобус он еще какой-то. Смотри, какой большой автобус вон. Да. Он туда приезжает. Настя, он... Бутерброды себе сделала, сыр на хлеб порезала и в микроволновке. Вот он расплавился, она любит такой. Сюда. Сюда, давай. Угу, давай. Ванька уже оброс, так сзади, тут ему смешно. Да, Ваня? Еще так, вот это мы. Ну подожди, а куда мы с тобой вот такой корабль? Сюда. Куда угодно. Ну, смотри, какой корабль красивый. Куда угодно можно. Ну, давай. Далеко-бедреко. Туда. Угу. У тебя будет красивая картинка, да? А вот такой куда? Вот такой, смотри. Сюда. Ну, давай. Тут еще есть. Еще сюда. Угу. А тут у тебя что, пусто? Еще
еще можно качел, тету и маик. А это что это? Запасковый. Вот запасы. Ой, и вот. Какой и запас? Ну, Гугл говорит. А, это как это, спасательный круг. Да? Да. А где, когда маяк будет? А это катер. А где, когда маяк будет? Маяк? Что это такое? А, вон там будет маяк. А что это такое маяк? Вот. А, это матрос. Да. Маяк. Я не помню, что это такое маяк. Уже думала, маяк, может, он так говорит, непонятно. Давай мы теперь с тобой приклеим вертолет. Мы еще ж не клеили. Сначала надо... Ну, вот сейчас, на, я уже отклеила. На воду. Ну, давай, а то я уже отклеила. Где у тебя будет вертолет? Небо. Правильно. А вот такой, куда приклеишь? Дирижабль. Ты правильно приклеил? Нет, ты кверх ногами его приклеил. Купили персик сегодня, Ванька выпросил, но он просто вообще такой г. Ой, вообще продают нам всякую ерунду. Зачем надо звезду? А звезды морские где, Ваня, должны быть? Где звезды морские должны быть? На кораблях. Ты что, сбрендила? Вот, на воде. Да, да, Ваня, вот там. Еще на воде. На воде. Только классный на воде. На этот хоть правильно один приклей. Там розовый. Угу. А где еще у нас бумажка? На. Можно еще? Вот девочка, это смотри, плавает. Нет. Видишь? Блин, как плохо только отклеивать. Видишь, девочка плавает. Это вон там, где отдыхают. Вон там, на берегу, на острове. А там голова поет. Ну, ничего, он сюда, в нашу сторону поплывет. Будем делать. Там он еще, смотрите, задание мы потом все выполним. Вот. Мы там сделали с той стороны наклейки. Теперь задание будем. Давай, Ваня. Корабль отправляется в морское путешествие. Подожди. Внимательно рассмотри картинки. Найди между ними 10 отличий. Найдешь 10 отличий, Ваня? Да. Давай, я буду считать. Здесь есть обезьяна, здесь нет. Раз. Угу. Здесь есть такой. Какой? И тут есть. Здесь есть такой, здесь нету. Какой такой? А, рисунок ты имеешь в виду? Угу, молодец. 2. Здесь есть такой флаг, здесь нет. Молодец. 3. Ну? Здесь есть лестницы, здесь нету. 4. Здесь нету, здесь есть. Штурвал там, да? Да. 5. Давай, еще 5. Столько же еще. Внимательно смотри, все видно хорошо. Ну, что ты задумался, Китулька? Здесь не ладно, здесь ладно. Кто? Якорь. Правильно, 6. Ой, как ноги затекают. Здесь есть якорь, здесь нету. Какой якорь? А, здесь есть птица, здесь нету. 7, но они еще 3. Здесь не сидит человека, здесь сидит. 8, еще 2. Я думаю. Думай, не торопись. Но видно хорошо. Здесь нет поясов. Здесь есть. Кого нету? Здесь нет поясов. А, да. Здесь есть. Угу. Так.
Еще. Ты говори. Ну, это было 9 вроде. Так я еще вроде 2 нашла. Будет что, 11 тогда? Или я ошиблась? Ну, давай, давай. Ну что ты, Ванюшек? Я думаю. Как у Ваньки тут так вены видны прям. И над глазом у него, над правым тоже. Когда родился, вот у него так стало бы, ну так стало видно. И вот до сих пор прям над глазом, где века, у него такая вена видна. Ну что ты говоришь? Ой, как ты меня спугнул. Здесь 2, здесь 3. Молодец. О боже мой. Ну это 10 как бы, но я еще вижу одну. Где? Покажи. Показать или сам найдешь? Покажи. Давай минуту смотри, а если не найдешь, я тебе покажу. Давай. О, я нашел? Mm-mm. Я тебе подскажу окна. Вот окна, смотри. Здесь? Где, покажи. Там? Что я? Ну, покажи пальцем, где ты показал. Здесь? Ну, пониже. Здесь? Ну да, тут смотри, в этих окнах. Мультики у нас там. Там ничего нету. Вот, смотри, здесь какое окошечко? Круглое, там такое. А там квадратное. Значит, неправильно. Почему неправильно? Давай здесь теперь, что тут такое? Представь, что ты едешь отдыхать на море. Рассмотри вещи, которые лежат в чемодане. Что тебе не понадобится, Ваня? На море что тебе из этого не понадобится? Почему футболка понадобится? А что не надо будет тебе, ненужное? И это тебе понадобится. Ты говоришь, что не понадобится, что не надо. Так, правильно, еще что? Правильно, еще. Это понадобится. Не надо, правильно. Это надо. Шорты. Ласты плавать. Ты чего? Бери пальцы изо рта. Надо, да. Это я не пойму, что такое нарисовано. А, это, да, это играет в песочке как раз на пляже. Да. Да, да, да. Это плавать. Правильно, и валенки не надо. А еще что не надо из этого? Или ты показывал? Капусту показывал? Ну вот, капусту не надо еще. А здесь что такое там написано? Теперь летим в космическое путешествие. Вот и неизвестная планета. Пройди по лабиринту и познакомься с инопланетянином. Ну, попробуй, может, ты сам пройдешь. Ну, попробуй. Забабубай. Тупик. Где ж там тупик, Вань? Вот тупик. Не, тут, а дальше-то нет же тупика. Так, дальше. Нет, так, угу. Нет, тут тупик. Нет, тут тупик, тут нельзя. Ну, ты правильно шел, Вань. Не дождусь, когда это мы ляжем спать. Ой, кран. Ну, давай, 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 туда, туда. Нет, я что-то сама не пойму, куда. Ну, через камеру, когда я смотрю, вообще ничего не понимаю. Это? Вот. Так, 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 так. Так, молодец, молодец. Так. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Супик. Ты не туда, потому что пошел. Тебе надо вот не сюда было идти, а вот тут вот завернуть сюда. И как раз бы ты дошел. Эти разные машины нам нужны. Все
ванна? Да. Есть! Ура! К инопланетянину пришли, да, Вань? Да. Молодец. Приклеите, Настя? Есть скотч? Куда? Мам, куда? Только куда вот еще? Так. Тихо только, аккуратно сейчас упадешь. Куда? Нет, это разверни. Разверни большую. Сейчас еще, может, журнал погадаем один. Всем спокойной ночи. Я выключаюсь.